Всем привет! Меня зовут Денис, и я рад вас видеть на канале Danny Hell. И сегодня вновь покажу, что прикупил в магазине Fix Price. Ну, начну я, наверное, со стандартных покупок. Периодически мне нужны коробки для хранения, и я их покупаю в Fix Price. По крайней мере, вот такие вот небольшие, двухлитровые. Это вот такой вот ящичек прямоугольный. Он на 2 литра. Он, как видите, с крышкой. Стоит он 55 рублей. Фирма Эконова. Россия. Называется он кристалл. Материал полипропилен. Размер 190 на 157 на 90 миллиметров. Вот такой вот. Потом также берем периодически влажные салфетки для детей. Фирмы Cotta Kids. Здесь 130 штук. Он подходит с 0+ и нейтральный pH. Вот он идет с бисабаолом. Что, нормальные салфетки, в меру влажные. Это стандартная покупка. Потом у меня сын очень давно просил купить ему какую-нибудь большое яйцо с игрушкой. И я вот решил взять его в Fix Price. По крайней мере, на пробу. Вроде я раньше не покупал такие. Это фирма Play the Game для 3+. Так и называется. Игрушка животное в яйце. По сути, это яйцо не растворяется. Вы его просто раскручиваете. В коллекции могут быть вот такие вот морские жители. Это скат, морской конек, черепаха. Это, не знаю, либо дельфин, либо акула. Состав ПВХ и полипропилен. Вот так вот. Они вообще в ассортименте. Там была еще Африка. Тигр, лев, жираф, слон. Вот так вот. Потом меня заинтересовало вот такие вот набор цветных карандашей с какими-то яркими ароматами цитрусовых. Вот я, по крайней мере, взял с яркими ароматами цитрусовых. Вообще, они были в ассортименте. Были еще сладкие ягоды, тропический микс или коктейль и какой-то еще. Вот здесь 12 ароматизированных карандашей. Состав: хлопок, калиновая глина, воск, тонер. Вот такие вот цвета. В общем-то, внешне выглядит неплохо, заточено нормально. Присутствует какой-то легкий аромат. Ну, может, действительно даже цитрусовых. Потом увидел вот такие вот пазлы. Вот такой вот. Книга пазлов. Защитники земли, трансформеры. Здесь в комплекте 4 пазла по 12 деталей. И мегапазл из 40 деталей в подарок. Выполнено это на плотном картоне. Вот смотрите. Такие вот картинки. Здесь, по сути, 3 на 4 детали элемента пазла. А здесь 5. Ой, оговорился. Вот здесь 5, а здесь 4 элемента. В общем-то, сам пазл повторяет картинку, которая под ним. Так что ребенку будет проще их собирать. Так вот. Да, кстати, стоит он 149 рублей. Я так понимаю, вот в подарок, который вот идет 40 пазлов, должна быть вот такая вот картинка. Это издательство «Игмонт». Ну а Hasbro — это торговый знак, наверное, трансформеров.
Потом для ребенка также взял вот такие игровые наборы «Растущие животные». Здесь вот такие вот идут капсулы, в которых находится силуэт, вообще находится там губка, которая изображает силуэты животных. Какие животные, вы можете посмотреть сзади. Паук, летучая мышь, кто там, пеликан, это, наверное, попугай, кенгуру, змея, крокодил, ну и прочее. Ну и состав, так и написано, состав губка и ПВХ. То есть вы кидаете капсулу в горячую воду, и в течение, вот тут пишется 15 минут, животное вырастает до полного размера. Фактически тут расти нечему, тут растворяется капсула, и вот этот вот силуэтик появляется. Вот, вот такая вот вырезка даже. Вот здесь, в принципе, картинка соответствует, что получится в итоге. Но у меня сыну вот эти растущие наборы очень нравятся. Вот так вот это еще. Здесь вырастает следующий. Ну вот, еще заинтересовало такие вот прописи автор Елена Ульева. Вот смотрите, есть прописи, я взял выпуск 1, выпуск 2 и выпуск 3, по той причине, что в выпуске 2 начинается алфавит, А, Б, В, это проще показать. Кстати, тут и задания такие вот, пропавшие буквы. Вот заканчивается этот вот выпуск буквы Н. Вот это вот задание с ним, с этой буквой Н. Думаю, сыну потом будет интересно выполнять задания и обводить все эти буквы. Вначале небольшое как бы предисловие. Ну, а соответственно, в выпуске 3 буквы уже начинаются с буквы О. То есть здесь КЛМН О. И пошло вплоть до буквы Я. Очень качественно все сделано. Яркие цвета. Жила-была буква Р. Мама, папа и их ребятки. Обведи буквы Р. Однажды младшая буква Р захотела завести себе каких-нибудь животных. Но сначала она, конечно же, спросила разрешения у мамы. Мама разрешила, и буква Р первым делом отправилась на озеро. В озере плавали яркие разноцветные рыбы. Напиши слово «рыбы». Ну, в таком духе. Вот такие вот прописи. Там были еще выпуск 1. Это всякие змейки, линии. И выпуск 4 уже какие-то сказки. Ну, и давайте я закончу свой обзор покупок. Для своих дачников я купил вот такие вот... Это вот какая-то... Защита от пустоцвета, стимулятор плодообразования, универсальный. 100% гарантия быстрого и богатого урожая. Так вот, пакетик. В этом пакетике сколько-то грамм. Сколько грамм, я, честно говоря, не вижу. Тут написано очень-очень мелко для меня. Вот нормы расхода, вот есть такая вот табличка.
для активации плодообразования овощных, плодовых и ягодных культур, ускоряет рост и созревание плодов, способствует увеличению раннего и общего урожая. Разведите препарат согласно таблице, опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, утром или вечером. И культуры томат, баклажан, перец, огурец, земляника. Вот такой вот пакетик. И закончу, соответственно, я свой обзор вот таким вот дегтярным мылом. Это вот тоже меня дачники мои попросили купить. Это фирма Биомастер. Природная защита ваших растений. Дегтярное мыло для садово-огородных и комнатных растений. 3 в 1. Защита, лечение, профилактика. Здесь 350 мл. От колорадского жука, паутинного клеща, долгоносика и пилильщика. Так. Эффективные концентрированные средства для борьбы с вредителями сада и огорода без применения яда химикатов. Березовый гель обладает сильным противомикробным, противопаразитным и антисептическим действием. Защитная пленка, образуемая на растениях, долго сохраняет резкий запах дегтя, который отпугивает насекомых и грызунов. И вот здесь написано культуры, а также вредители и болезни. Соответственно, тоже таблица с нормами расхода. Так, состав. Колейные соли жирных кислот, натуральных жиров и растительных масел и березовый деготь. Изготовитель. Новосибирский район, село Марусино. Вот так вот. Ну, могу вам сказать, что у нас в фикс-прайсе, когда я пришел, такого мыла не было. Пришлось сходить в другой филиал, и там оно еще было. То есть его сейчас разбирают очень хорошо. Ну, наверное, помогает. Ну вот и все. Я вам показал все, что купил. Если понравилось, ставьте лайки. Если будут вопросы, пишите комментарии. Ну и все. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!